Это проклятие. Какой-то дурак, что ли, или что? Просто сейчас уберу тебя отсюда. Какую-то фигню несешь. Закапывает твою фотографию в могилу, это вообще нормально? Привет. Не молись Богу. Как дела, чем занимаешься? У меня дела нормально, правда, учитель спать хочу, и сейчас я сижу на работе. У себя как дела, ты что делаешь? Good morning. Thank you. Are you okay? Нет, привет, Елизавета, как жизнь, молодая? Все хорошо. Как ты работаешь, Лизинка? Я работаю продавцом консультантом в морской теме. Вот сейчас. Я в порядке, спасибо. Поднимись срочно. Я уже больше адекватные вещи писать в чат, тогда, может быть, подумаю. Потому что пишут реально какую-то фигню. А можно мне рыбку, которая через экран сидит? Кстати, по знаку зодиака тоже рыба. Хорошего дня, черевашка. Не нам как главное. Спасибо большое. Так, ладно, я этого уберу. Уходу. Спасибо большое. Достаточно много людей смотрит, отпишет практически никто. Мало людей пишет. Откровенно говоря, ты красивый имя. Еще скажу тебе, я украина, очень ты не покровенна. Все, договорились. Спасибо большое. Привет.
Я хочу на СВУ. Зачем? Спасибо большое. Здрасте. Здрасте. Мне надоело жить. Почему? Спасибо большое. Спасибо. Это очень красивое. Привет, спасибо большое. Именем красивым девушкам мечты, если с ума от вашей красоты я бы рядом подарился. Все в рифу вообще, так это как стих. Спасибо большое. Привет всем, Лиза, не хочу жить, потому что я потерял девушку. И что теперь из-за этого? Умирать? Потерял. Типа в плане чего остались или не знаю. Да, расстались. Ну и что, просто расстались, не знаю, что делать. Думаю, глупость какая-то. Найдешь другую. Привет, ты очень красивая, спасибо большое, привет. Ой, сейчас количество смотрят 222, так что смотрела, это мое любимое число. Я вообще люблю цифру 2. 222, 222.